Школьники перегородили движение в самом центре города под пристальным взором сотрудников госавтоинспекции. Ребята привлекали внимание городских автомобилистов. Притормози, на дороге дети. Акция в рамках Всемирного дня без автомобиля. Представители администрации ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о том, что самое главное на дороге – это соблюдение правил. Например, вот такие яркие картинки и браслеты. Отражают свет и по нормам ПДД с 1 июля должны быть у каждого пешехода, который решил прогуляться за городом по автотрассе. Гулять по ночным дорогам без спецнаклеек так просто не получится. Пешеход привлекается к административной ответственности за неиспользование световозвращающих элементов вне города, когда он находится на проезжей части, и подвергается штрафу 500 рублей. Водители в целом не против такой импровизированной пробки, улыбаются. Сейчас на больничном могу ходить неделю. Я работаю, а так я пешком ходить люблю. Повторение мать учения, и лишнего раза не бывает, если речь идет о напоминании всем участникам дорожного движения о взаимном уважении. Ну и, разумеется, день без авто – это лишний повод прокатиться на общественном транспорте. Автопредприятие сегодня разместило на автобусах вот такие плакаты с призывом пользоваться автобусами города. Глава Ленинского района Олег Хромов с утра прокатился на троллейбусе из Расторгуева до места своей работы. Фотоотчет представил на страничке в Facebook. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».